хлопнув дверь, прислала смс, что нет любви, и просто исчез. Она сегодня с тем, который любит ее, а хочет быть с другим, но не дано. А с ней сегодня тот, который ради нее готов идти на все, а ей лежать его. Может забыть она того, кто сердце украл, бессовестно готова простить, вернуть его и снова любить. Она ему хочет сообщить, что с другим делить, жизнь свою желает. Она ему хочет рассказать, сказать не знает. Она сегодня с тем, который любит ее, а хочет быть с другим, но не